Всем доброго времени суток. Всем здравствуйте. Сейчас я пошла, собралась, иду в магазин. Вот так нарядилась. Оказывается, на улице жарко. А что я так выйду под навес? Вроде прохладненько. Пошла за банками, и крышек нету. Банок нету, все под варенье литровое заняла. Огурцы-то надо солить. И лечо надо закручивать. Вот пойду за банками литровые, там полтора литровые или какие. Ну и вас с собой беру. Может покажу, что может не покажу, потому что я стесняюсь еще с камерой ходить. Ну а перед началом просмотра подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно напишите комментарии. Ну а мы пошли в магазин. Я пошла, Варвара спит. Что-то уже какой день? А, уже второй день спит подолгу. Сейчас вот это вот в горку мне надо забираться. А дом мой вон там. Идти вроде так недалеко, но единственное, что вот все в горку, да в горку. А для моего веса, конечно, тяжело. Да еще у меня кость тоненькая, ножки, ручки тоненькие, а сама я вот полная такая. Я бы не сказала, что много ем. То солнце есть, то нет, то не поймешь, какая погода. Вот у меня огурцы, перцы, все лежит, еще ничего не делала. Только горло идет. Ой, пустомели, тявкают, тявкают. Ладно, идем дальше. К Мариера уже подхожу. Сейчас туда зайду, посмотрю, банки есть там или нет. Чтобы в наш хозяйственный не идти. Вот не знаю, не могу себя никак перебороть, чтобы где-то в общественных местах снимать. Мне кажется, все смотрят на меня, как на дурочку. Сейчас подходим к дому. Я покажу вам, что мы хотим купить. Рядом школа. Мы сейчас только что ее прошли. Но тут не полный дом. А полдома тут двухквартирный дом. Вот этот вот. Что-то около 60 квадратов. Ну, тут, конечно, ремонт, мама дорогая. И окна вставлять. Тут только есть блат, только вода. В Марийку зашла, там нету банок, которые закручиваешься крышками. А таких это надо купить, покупать ключ. Да и мне такой, так удобнее. Пошла теперь в наш местный хозяйственный магазин, а там напротив еще Пятерочка. Может, там есть. Ну, в нашем хозяйстве нам точно есть. Катя мне опять карточку дала. И, ой, сейчас пойдет опять тратить деньги. Ох. Все-таки хорошо летом в деревне. Красота. Красота, красотушечная. А я уже вся взмокла, свалилась. Жарко мне так вообще. Да еще же иду, калории теряю. Когда-то был богатый поселок это. Свои фермы были. Поля засеивали. А сейчас развалили все. Сейчас это город. У нас и прописка Кемерово. Кемеровская прописка. Ладно, пока отключусь, подойду. Что-то вот никак не могу камеру в магазине взять. Вообще никак. Вот здесь бы хорошо бы было взять. И магазины рядом, и школа рядом. В 5 минутах и магазины, и школа.
сахара нету. Сахара нету. Как здесь у меня ничего нету? Скажите, пожалуйста, а у вас что, сахара нету? А, вот он стоит. Сколько? Еду я не увидела. Так, ничего я тут не взяла, только сахар и перец горошком. Это я в Пятерочке была. А вот это наш местный магазин «Магнит». Не знаю, буду я там снимать или нет. Это девчонки деревенские. Там банки есть, крышек нет. Вот сейчас вот здесь крышки возьму. Там банки по 25 рублей. Магазинчик. Даже люстры познаются. Здравствуйте. Такой магазин. О, тут есть. Хочу показать вам нашу школу. Вот здесь вот спортивный зал. Поставлю сейчас сумку здесь. А вот там, по-моему, это садик стоит. Вот этот вот. Вот эта школа, видите, как красиво. Там что-то какой-то праздник для детей проводят, что ли? Полную сумку он опять набрала. Ой, прям по камням. Как будто в Чешках купила эти тапки дурацкие. Это наш ДК. Вот школа, а вот ДК. Что-то какой-то праздник идет. Что-то за праздник, даже не знаю, что за праздник. Пришла, девчонки, с магазина, еле дошла, жарко-то. Это уже в последнем магазине покупала в нашем мороженом 3 штуки. Джемка. Иди, Варвара, бери мороженое. Так, Пятерочки купила 2 килограмма сахара, по-моему, по 50 рублей. Вот таких 6 баночек по 25. И одна вот такая вот. Таких 6, а это вот одна была. Тут же последняя забрала. Так, сахара 2. Иди мороженое ешь. Иди мороженое, вот смотри, какое красивое. Кать, убери его. Так, крышки так и не поняла. По 7 рублей, что ли? Или по сколько они? Будешь? Без рисунка 5. 113-115 рублей я дала за упаковку. Потом еще купила 5 крышечек. Ну, вдруг не хватит. Перец горошком. Горчицу еще взяла. Для корейской моркови. Вот такая, кстати, приправа для корейской моркови. Хорошо. Добавить соль, сахар и масло. Очень хорошая. Вот эта приправа вкусная. Вообще у приправы
все приправы вкусные, смесь перца взяла. Хлеб один взяла, потому что думала, не донесу. Вот такая колбаска. 475 рублей килограмм, 293 рубля. Ну, вкусная краковская, мясной стандарт. Единственное, говорю, какая колбаса, которую я ем. Коту таких вот 4 штуки купила. По 9 у меня, 8,90. И вот такая колбаска, 2 штучки по 113 рублей на акции была. А Катя почему-то ее не увидела. А когда я иду, я почему-то все вижу. А? Я что, рассказываю, как у О, нет, вот такие. Сидите все. За 400, а детям, блин, за 100. Так они любую колбасу едят, а я не ем такую. Не знаю, вот одну для себя открыла. Вот такие покупочки, девчонки. Там, оказывается, возле ДК идет это праздник, наверное, закрытие сезона, что ли, этого лагерного. Доедете. А ты что тут делаешь? А? Мы еще арбуз не открывали даже. Не резали еще. Ой, я вся спалилась, нарядилась, а матрешка, еще бы шубу одела. Там закрытие идет, это ребятишки там на этом, на земле расстелили, подушечки. И не сняла, потому что там сильно громко музыка кричала. Угадай мелодию, видимо, играли. Прям ну, это там. Праздник-то для них. Ну. Но они так все мелодии угадывали, только начинается, они уже знают, что это. Катя, ты зачем кости туда кидаешь, а мусор сразу нельзя? Да мусорки тянуться надо. Ладно, девчонки, буду солить сейчас огурцы. Девчонки напаршировали с Катей перцы. Ну, Катя напаршировала. Фарш у нас уже готовый был. Я еще добавила туда фарш, рису и это, капусты еще добавила. Вот сейчас заливкой томатной сделаю. Там на дно лука, лук положила. Сейчас поставлю, пока будет жариться. Лук. Я масло и лук. Я это заливку сделаю. Просто томатную с мукой потом. Пока без муки, потом муку добавлю, чтобы погуще был. И это в специи какие-нибудь кину и все. Не буду я никакой морковки, сметану, потому что эту подливку потом ее никто не ест. Мы ее просто выбрасываем и все. Ну и, наверное, картофельное пюре. И картошку хочу потушить на завтра уже. Я еще огурцы не солила, ничего не хочу делать. Надоело все. Что-то не этот фарш вылазит, Катя. Все, ставлю на огонь. Так, я вот уже заливку сделала. Такая вот она. Не люблю ни сметану, морковку. Там лук уже поджарился, сейчас залил. Все. Приправки, солью вкусной посолила. Вот сейчас залью. А это у нас Варварина тарелка. Видите, что? Кусает и бросает, кусает и бросает. О, показываю. Показальщик. Видите, что? Мандарины вообще не вкусные, на компот не сделают. Вот так все, кусает и бросает. Ой, сейчас помидорку взяла бросить и выбросить. Ладно, пойду заливать. Вот, девчонки, засолила я. Огурчики, баночку помидорок, огурцов не хватило. Я еще свои собирала. Ну, хватит уже, думаю, больше все не будет, только если помидоры. Блин, там воздух остался. Вот что, Катя, Варвара уже вот такую баночку съела одну огурцов. Любит она кусать. У нас огурчики. О, какая красота. Блин, воздух плохо вы. Ну вот, огурцы все, больше не буду я. Огурцы больше. Вот эта что-то банка плохо закрылась. Огурцы больше не буду солить. Все, хватит. Ой, девчонки, чуть-чуть посолила огурчиков. Теперь можно и пообедать. Сегодня на обед. Ой, на поужинать. Какой обед? Уже ночь на дворе. Пюрешка с фаршированным перчиком. Салат с огурцов, помидоров. Огурцы свои, слава богу. И морс с со смородины. Вот такой у меня ужин будет. Так, есть хочу, так хочу есть. О, такая красота. А вкуснота. Ну, короче, я... Катя ездила в город, Варваре на зиму надо было костюм покупать.
Ну, на Авито мы брали, потому что в магазине ничего не возьмешь. Ну, такой был. Она очень маленькая, Рустика. А стал вот такой. Кать, ну за 5000 мне что-то кажется. Нормально. Она, а, кстати, она предупредила, вот как она говорит, в чем есть сейчас, в том, где ты в одевать ее будет очень сильно полтинник. 5000 костюм, но он на фотографии-то лучше был. И ботинки подарок. Она говорит, натурально кожу тут постираете. Ну, такой комбинзончик она взяла с рукавичками. Нормально. Пришлось ей ехать вместе с Варварой, это, и мерить. Плохо опять было в том. Да, чизьмо ее маленькое. И, короче, мороженого. Чипсы. Вот не понимаю, девчонки, что в чипсах вкусного. Короче, мороженого, да, фига взяла. Ой, Катя, целый пакет мороженого, смотрите, что, а мне купила? Да. Все, иди складывай, оно все тает. Блин. Всякого разного что набрала. Такое было? О, какого только нету. И такой. Джемку люблю я. Ну, я бы и другой какой-нибудь поела бы. Да? Да. А что ты... Катя, вот так куда ты там пихать будешь, я не знаю. Кать, ну он 5000 не стоит. Ну, он совсем, он... На фотографии, видимо, она новую его снимала, что ли? Ага, они, походу, на фотографии все новые снимают. Ну, не 5000 это стоит. Обалдеть. 5000. Я уже взяла, мама, чтобы уже... А, коту комбинзон приглянулся. Он с ним играет. О, как. Да иди ты в баню. О, как. Пшу, он сюда уже пух выдрал. Он другое нашел. Давай балаболки. Бане покажем? Никак не хочет одевать. Ну вот эти девчонки, натуральная кожа, замша, натуральная, все. И даже мех овчина. Мы померим просто. Вот так вот мы наряжаемся. Вы не оглохли? Все, накричалась. Это она так не хотела одеваться, девчонки. Мы не знаем, что мы будем делать зимой. Нормально на зиму будет. Ну, комбинзончик подошел, правда, на один год. Ну, блин, дорого, 5000. А вообще у него цена год назад, вот, 13,5. То есть август, вот этот месяц, год, короче, этому костюму. Один сезон всего носили. Она говорит, и чоботы носили, если бы... Ну, Катя говорит, вот эти чоботы ей большеваты. Ну, и что, носочек там один. Маленькая, Ростиком она у нас. Вот так она, девчонки, всегда что-нибудь не так, не по ее, вот так она везет, аж перепонки лопаются. Вот что за дитё? Все, сняли комбинезон, она сразу же успокоилась. Ты малышка моя, хочу сказать насчет комментария. Второе, это... Вторая женщина, девушка, которая все время тоже пытается нас укусить. Я не против комментариев, лестно, не лестно, но это не то, что там это, как ее, Виктория Победа пишет, это не комментарии, она задает вопросы самой себе, что ли, и хочет за это лайки получать. Сначала про кубик. Это комментарий, она сказала, не по теме она вообще написала, что вот не вставляли, они должны падать. Потом она про стирку сказала, как будто она не на чем стирать. И что бы, ну, поведем в садик, закинул все, машинку все стирается. И вот лето тоже, вот, я не знаю, конечно, как ее звать. Она сказала, что хотели, чтобы вам лестный комментарий писали. Я не прошу ничего. Это не комментарий, это, скорее всего, вопрос-ответ самой себе. Где, в какой садик будет ходить. Потом спросят, где деньги лежат, у вас адрес домашний спросят. Потом скажут, унитаз покажите, ну еще что-нибудь. Это не комментарий, я считаю. Человек написал про кубики, даже не прослушав, как следует, даже и не смотрела, наверное, путем видео. А это тоже, вот две женщины, девушки, Ник Лето и Виктория Победа. Ладно, девчонки, наверное, будем все-таки заканчивать это видео. Варвара, вон дорожку себе нашла, играет. А ты ничего там не снимала?
А, ты, я думал, ты этот. Могло хоть что-то снять. Ты мой маленький. Так я засняла. Мне кажется, им одного хватит. Ладно, будем прощаться. Встретимся в следующем видео. Да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Плохие, неплохие, неважно какие. Пишите, просто глупые не пишите. Это опять же я не ко всем, а только к двум. Всем пока-пока.